В начале этой недели в детской поликлинике возобновил свою работу кабинет спортивной медицины. Ежегодно к его врачам обращаются более 13 тысяч раз, а на учете стоит около 7 тысяч спортсменов. Сюда на осмотр приходит каждый, кто хочет записаться в секцию, участвовать в соревновании или пройти нормативы комплекса ГТО. Входит в осмотр, значит, измерение роста, веса, делаем ЭКГ, 5 специалистов. Смотрят детей. Это офтальмолог, лор, невролог, травматолог, кардиолог. Кабинет работает с 8 утра до 7 вечера. Все это время здесь дежурят медсестры. Они оформляют карты, измеряют рост и вес спортсменов, делают кардиограмму и направляют к врачам. Большому наплыву посетителей они не удивляются. Если у нас очень много народу, у нас есть сезонные такие посещения, допустим, перед 1 сентября у нас много в сентябре. Поэтому стараемся принять всех. В первый день работы в кабинет спортивной медицины обратилось более 50 человек. Сейчас работники поликлиники внимательно следят за очередями и просят соблюдать масочный режим. Ведь учреждение только начинает входить в обычный режим. Соблюдается масочный режим, потом разделение потоков, которые, в принципе, дети, взрослые отдельно. Ну и, естественно, сейчас начинаем заниматься профилактической работой. В августе многим спортсменам предстоит снова обратиться в отделение спортивной медицины. Однако дискомфорта от этой мысли они не испытывают. Там нет такого, что прям вот сидели и все молчали. То есть что-то спрашивают, как-то пытаются разрядить обстановку. Обновленный график работы врачей отделения на следующую неделю будет размещен на официальном сайте Видновской районной клинической больницы. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.